На 22 центнеры павялічылася ўраджайнасць бульбы ў Магілёўскай вобласці. У сярэднім сёлета з аднаго гектара аграры збіраюць 288 центнераў, паведамілі ў аблсельгасхарчы. Найлепшая ўраджайнасць у саўгасе Дабраволец Клішаўскага района – больш за 380 центнераў. У городским, кировским, краснопольским, крычевским, а так само у мстиславским и черековским районах уборку другого хлеба завершили. У вугле по области убрано 86% площа. Могли бы завершить и худшее, кажут аграры. Однако работу стримливают дожди. Все лето бульбы посадили меньше, прикладно на 400 гектаров. Это связано с попытом на другие хлеб, а пошним часом он снизился. Тому господарки, где нема сучасных бульбосховищев, поменьшили посевные площади под эту культуру. А вось перавагу отдают айчынным гатункам. Амаль 98% площад занята бульбой менавіта айчынной селекции.